Люди, привет! Первый раз за несколько лет «Жигуль» заехал на «Сапель». Вы же хотели. С очень серьезной поломкой из-за наших хороших дорог. О! Вырвало крепление амортизатора, согнуло тягу. Сейчас разберем, приварим. Ну, в общем, проблема очень серьезная. Сейчас разберем, шайбы приварим. Вы же хотели от меня «Жигули», чтоб я поремонтировал. Многие же говорят, что я... брезгую «Жигулями», не брезгую. Ух, фикс-табина, нормально? Нет. О, даже еще и это, вареное уже, кстати. Так, смотри, какая копейка. Какого она года хоть? 83. Да, 83-го, как новая. Видали? Какая красота! Шайбу толстую приварили с двух сторон. И уголок. И уголок с двух сторон. А чтоб не проржавело. Поедете, поедете. Видали, люди? Я умею «Жигули» чинить. Все, сейчас человек дальше поедет тягу менять, да. Амортизатор тут согнул. Поменяет. Все, «Жигулька» уехал, все счастливы. Работа заняла 10 минут. Опять мы свободны, опять ждем очередную «Жигульку». Как всегда, заработали кучу денег. Всем удачи, всем пока!